Ассаламу алейкум, друзья. Всех приветствую. Сейчас мы находимся в Сулейманстальском районе. Приехали на речку купаться. Чираг, вот река Чираг. Жаркая погода, что еще такой день делать? Вот приехали сегодня на речку. Вообще мы ехали в горы, увидели речку, спустились сюда. А так мы направляемся вон в ту сторону. Есть место хорошее, хорошая локация. Так что сейчас мы искупаемся, освежимся и поедем дальше. Найдем сейчас нормальное глубокое место, хотя здесь не особо глубоко, а вот здесь возле камня. Думаю, будет нормально. О, вот здесь хорошо. Водные процедуры завершились успешно. Теперь мы продолжаем наш маршрут. Мы сейчас покидаем эту речку. Потихоньку будем подниматься.